Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Юджин Плей. Сегодня мы будем играть в серию Сэм Сибириан Майхэм. И это уже будет у нас пятая часть. Усаживайтесь поудобней. А мы же будем начинать. Всем, кто не видел предыдущей части, посмотрите. Там было много, много негативных слов по этой игре, потому что, ну, и знаете, вот если бы это, например, была бы то есть самая первая моя игра из серии Сэма, я бы ее с процентной, наверное, вероятностью 97% удалил бы ее, просто удалил, я бы не стал бы в нее играть. Но так как я играл во все предыдущие части, мне просто интересно посмотреть финалочку. Поэтому я в нее и, так сказать, играю. Хотя желание, знаете, вот уже вот к этой главе уже пропало. То есть у меня нет такого желания ее пройти. Просто вот уже не хочу и все. Вот. Ну, всякое бывает, поэтому давайте посмотрим все-таки, что же, может быть, финал изменит мое отношение к игре. Я изменю свою точку зрения по ней. Ну а так пока что, знаете, это, ну, предварительная оценка моя пока 2 из 10, вот так, потому что косяков много, косяков в плане графики, оптимизации, в плане вообще вот каких-то там диалогов, речи, то есть косяк. Как-то нету такой, ну, нету такого баланса именно в игре по мере поступления врагов, так скажем. Потом, что еще из минусов? Все как-то вот, на мой взгляд, все накидано. То есть за просто вот на... все вот на карту накидали всех персонажей, и вот там, блядь, вот там, ебись как хотите, нахуй, все. Так, и очень долго здесь загрузка, даже не понимаю почему. Фух, ну, все проявилось, ага. Ну, давайте, 3600, пройдите через город, преступление и наказание. Уф, дело дрянь. И оно так интересно. Я нажимаю, а потом какой-то этот... А, вот. А нахуй побежали, да и все. Какие червячки вы появились. Червячки, паучки. Соберем только вот патроны. Ну и, конечно же, надо просто побегать по кругу. По-другому мы не можем. Надо под конец игры поднадоесть, чтобы люди ее больше не установили. И уж точно повторные, то есть еще раз, не проходили. О! Ну, наверное, 2-то можно взять? Ну, ебать, конечно. И что, и в итоге куда мы гуляем? Никуда. Берем и убегаем, ну чё. В основном пулемет всегда, насколько я, если я точно помню, давали в конце. Вот. Если я где-то ошибся, поправьте меня, ребят. Скажите, ошибаюсь ли я или нет. А куда бежать?
Да при чем здесь это? Фу, меня что-то в глазах зарябило. А это куда мы? А, на четверке, непонятно. Стоп, куда нам надо идти? Тут почему-то не проявилась, блядь, стена. Куда мы идем? Ёбаный стыд. Скажите, куда? О, а мы вид можем поменять? Хуя. А с двумя? Отлично. Не, ну давайте уж пройдем от первого лица, как это. Как начинали. Чё, не заберется? Эх ты. Сэм со Сэм. Так, где-то, наверное, должен быть здесь выход. Потому что, ну не мо... Вот. Не можем мы просто так остановиться. Надо же обойти. Пройти через все круги Сэма. Ну, сюда? Сюда. Ну, по крайней мере, точка сюда кажет. Пробивает, блядь, по-страшному. Чё надо? А где наши корешки, которые мне помогают? Кто еще? Иди отсюда. Так, подождите, надо его как-то открыть. Где-то кабель есть? Кабеля нет. Ну, наверное, в эту сторону и пойдем. Потому что здесь другого пути-то нету. Или как-то я не откроют. Или перебить, блядь, всех надо. Остался там, наверное, 1-2. Будет, блядь, сейчас вот. Кто вот? Ну кто? Все? Ну вот вышел какой-то. Ну, давай, Сезам, откройся. Вот, ну, собственно, надо было всех перебить. То есть можно не бегать, не искать, а сразу. Сразу идти сюда. Ну что ты за глиста там, блядь, летающая? Пиш нахуй. Вс,
все, люди убили. Ну, ничего страшного, пройдемте. Как мы перейдем на ту сторону? Прыгай. Дайте собрать это все. Тихо, 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 тихо. Тихо ты, не так скользко. Here.
Just let the bullets guide you. Works for me so far. Знаете, я даже вот даже что-то комментировать не стал. То есть спустились в какую-то, блядь, нашли тайные секретные фотки. Ну это, конечно, такое себе, блядь, все. Спустились, чего-то там нашли, какой-то секрет, потом нас выкинуло назад по Бахталу. Потом типа, ой, блядь, тут засады нет. Ну как нет? Ну это что? То есть, ну такое себе, знаете, я вот думаю, просто помолчу. Может что-нибудь, да как-нибудь. Вот это мне пушка вот нравилась еще в первой части или во второй, не помню какой, она в первой же появилась вроде. Вот самый первый раз, когда она появилась, вот это было вообще вот просто вот, ну блять, огонь. Разрывало всех там, особенно кабанов. Вот. Это было прикольненько. Вот мы и собрали, собственно, весь, практически, наверное, весь уже наше снаряжение. Все снаряжение. Куда бежим? Вроде бы он там, а мы куда-то бежим. Сюдашечки. Выбраться из города. Че мы заебали пулять уже? Не ори ты, вы ёпта мать. Где мой лазер? Хочу лазер. Вот лазер он всех. Похуй, в броне он, не в броне, смотрите. О. Да пизды, нагревает и все. Это, конечно, фу. Вон он, бежит толпа. А двери не откроются, пока вся вот эта толпа не передохнет.
Скорее всего. Тут взрывается, бахает, как блядь, в американском фильме. Все должно взорваться, бахнуть все. Тут. Все? Ну все же, всех же убил. Туда я не пойду за патронами, смысла нет. Так соберу. Соберу все, что здесь лежит, и все. И... Эх, опять не открывается. Все? Или еще кто-то? Блять, застрял бы. Кто-то еще остался, раз музыка есть. Останется где-то один припиздочек и будет вот. Все? Или опять продолжаем искать? Ёбушкин воробушкин, ну что за... Где? А где мои корешки эти все? Вот он. Все, сохранение. О, да ты что, говорит, ты открыл дверь, да, звал пизды. Ну вот насчет этого, кстати, чуть-чуть сделано неправильно. То есть, ну и ладно, бы там остался 1-2, могли бы его так-то. То есть ворота открыть спокойно. Нет. А ворота до сих пор закрыты. Хотя сохранение было. Что делать-то нахуя? Ой-ой-ой. О. А, да, конечно, как. Тихо. Один, ну давайте. Ну надо. Не, ну мы, конечно, лучше ее, наверное, сберечь, потому что на босса. Где мой лазер? Лазер вообще вот бесподобная вещь. Фу, блядь, аж, вот, знаете, у меня вот такое ощущение, что от этой игры, да и даже не ощущение, а уже так, такое-то. То есть, действительно от нее глаза болят. От этой игры, хотя я, хоть я и сижу далеко от монитора,
но глаза от нее болят. То есть когда я снимаю эту вторую часть подряд, то есть больше, например, сколько уже, больше, ну, 30-40 минут играешь, и глаза начинают от этой игры болеть. Вот, это очень плохо. Поэтому кто сидит очень рядом или играет на буке, ну не знаю, делайте перерывы все. Это лучше берегите глаза, чем нервы от этой игры. За хуйня ты такая, а? Открыли ворота или все-таки добить того надо? Все, бабахнулся. Проверяем снова, открыли ли нам воротики. Нет, не открыли, видать, кто-то остался еще, вот кто-то гуляет. Фу, наконец-то, я думал, сейчас еще одна очередной дебилизм будет. Выбраться из города, миссия продолжается, то есть мы никуда... Бежим из-за такого количества персонажей, у меня опять начинает аж подвисать. Причем вообще это, знаете, как-то вот, ну, ну тут опять всех убить. Да ёбаный ты вот это. Ну помогайте, давайте еще. Куда ты? Куда ты пылил? Куда? Все? Давайте уже босса, а? Ну кто-то опять остался один. Ой. Все, походу что-то щелкнуло, пикнуло, значит дверь открылась. Видео? Давайте посмотрим. Почему виснет, я не понимаю. Ебать, ну тут нечему просто. Это вот оптимизация говенная. Нахуй я, ребята, пропущу в пизду. Мучить комп из-за какой-то вот, знаете, криворуких хуеплетов, которые не доделали свой продукт для конечного потребителя. Это, знаете, как-то. Ну нельзя так. Вообще, зачем тогда? Мы вообще зачем туда ее выпустим? То есть я понимаю, это был бы кто-нибудь, знаете, выпущено.
что-то типа фанатами, с модом, кто там выпустили, ну и вот, типа побегать. Ну тогда ладно, ну когда, блять, так это. Интересно, придется мне опять всех зачищать или просто можно пробежать? Хоть бы не пришлось. Давайте так чуть-чуть вдаль популяем. О! Башенка вернулась. Так одно дело, когда я там ехал, убегал. Вот мы вроде уже подбираемся вот к этому вот летящему самолетику. Надо, наверное, подняться. Да идите вы все нахуй! Что за бред вообще происходит? Так, подождите, я куда-то зашел. Так, наш дурдом продолжается. Опять отвлекли меня с работы звонком. Но не, это не суть. Я, знаете, вот что тут подумал? Вот думаю, почему вот это дерьмо зависает? То есть у меня батла пятая, первая не висла, которая вот, ну, относительно недавно вышла. Ассасины спокойно. То есть Вальгала. Что еще можно сказать? Red Dead, God of War. То есть это спокойно игры идут. Почему, блядь, это зависает? Давай, открывайся. Какой надо ты? Какой бочку-то надо стрелять? В Left 4 Dead, когда я там давно в него играл, то есть такая же толпа была, там какое-то дополнение, не помню, какой качал. Ну суть, ну там поинтереснее было, ёбаный в рот, блядь, а. Или он сам открывается, что-то я не пойму. Все? Успокоилось, ну? Воротики открылись, вроде бы не горят. Мы побежали. Посмотрим. Потом смонтирую здесь. Поменьше серию сделать, потому что это... Фу-фу-фу. О. Все, конец, босс. Или на танке сейчас поедем. Беги, это ловушка. Это что? О, о, это что еще за полузевс нахуй? Это конец. Чё? Всё.
Ой, блядь, бред-то какой. Это кто еще? Что-то я не помню такое. Не помню кто. Что это, босс? Где ты, ебань? Прекрати ты бегать, что ты так заигазил, как, блядь, глисты в жопе. Ну похуй, что там, хоть закидайся. Машины, это, и... О, а мы давайте... А, одинаково отнимает. То есть, что мы будем... где у нас супер... Вот лучше, вот лучше всего. Обалденная все-таки вещь. Вот за это только, за вот это оружие балл добавлю. Все? А еще появился. Ну давай, беги, беги. О, хотя с пятками по табуретке ударить. Это, конечно, фу-фу-фу. Ну, какие? Не знаю, как бы здесь, ребята, вы будете играть, если кто-то будет с него все-таки играть. Ну, то есть... на высоком уровне сложности. Ну это... That's funny. I spent a lot of time thinking about what turned you into a traitor. Was it fear? Delusion? Greed? You know what I realized, Howard? You're a fucking idiot. That felt really good. Надо на этот. На заставку-то поставить. Huh? О? Hey, Sam! Who are you? I'm you from the future. It's complicated, just roll with it. Eh, it's not the weirdest thing that's happened this week. Alright, listen up. I know it's really cool that you killed Bran, but this timeline does not end well. Believe me. I've seen every variation. I shot Napoleon, like you said, but the future is still the same. Yeah, I figured as much. Honestly, I just wanted someone to shoot that little twerp. Anyway, Sam, Olga, I've got a mission for you. Now, back in 1352 BC, the pharaoh Akhenaten has just discovered a buried Syrian ship. В смысле, это конец? Все? Не корабль будет, босс? Пфф, ну что я могу, ребята, сказать? О-хо-хо-хо-хо. Неоднозначные, конечно, у меня остались впечатления от этой игры. Вообще неоднозначные. Мне она... ну... на 95% не понравилась. Окончательную оценку я, наверное, поставлю все-таки... ну вот за оружие вот добавлю полбалла, но 3,5 из 10. Это максимум, что я могу дать, потому что оно игра сырая, недоделанная. И знаете, такое вот... ну нельзя такие игры выпускать в 22-м году, ну никак. Я понимаю, если бы она там разрабатывалась бы... ну, не знаю, там, блядь, в 2010-м,
То есть и выпустили ее там в 2013. Ну еще ладно. Но сейчас нет, извините. Сейчас есть все технологии и возможности. То есть все есть, чтобы сделать хорошую и качественную игру. А поэтому вот такая оценка. Ну и вот. На этом у нас, ребята, будет все. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, дизлайки, подпишитесь на канал. Посоветуйте друзьям видео, если вам не трудно. Посмотрите мои другие видео. Посоветуйте во что бы еще поиграть. До новых встреч, друзья. Пока-пока.